Фест. Но в начале выпуска трехлетняя девочка, которую накануне вечером сбила машина на Коломенской улице, сейчас находится в реанимации. Об этом последним известием рассказали в 5-й детской больнице имени Филатова. Именно туда ребенка отправили в крайне тяжелом состоянии, с многочисленными переломами. Все произошло в районе половины 9-го вечера, рядом с домом 10 по Коломенской. Ребенка сбил джип марки Range Rover. С места происшествия машина скрылась. Как нам сообщили очевидцы трагедии, родители с девочкой шли по тротуару, когда ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть и упал под колеса машины. Как заметили очевидцы происшествия, за рулем была женщина. Поразительно, но она даже не притормозила, а повернула на Пушкинскую улицу и скрылась.